Итак, всем привет, с вами снова я Зазепа, и сегодня я хотел бы поговорить по поводу патрулей. Вы должны обязательно оставить комментарий, ваш отзыв, в каком формате вам больше нравится смотреть. Как было записано в первой части патруля, или как с моим оригинальным голосом, как я хочу сделать вот это видео. Решать только вам и оставлять комментарий только вам. Вот, ну а сейчас мы переходим к патрулю. Ну что, друзья, начинаем наш патруль. Так, что мы тут видим? Смотрел в стену. Конечно, это может еще ничего не значит, но... Сейчас что-то вот немного интересно. Так, а има у него явно нету. Или, по крайней мере, он пока еще не подрубился. Но что-то, как он там палил в стену, это было вот немного странно. Так, ладно, первый раунд еще ничего не доказывает. Он может быть вполне себе и не читером. Давайте смотреть дальше. Так, стоит. Может, закупался там что-то, хотя навряд ли. Покупать там уже нечего. Так, хедшот. Ну, это удача, в голову попал. Ладно. Еще пока недостаточно доказательств. Ага. Вот это было немного странно. Хотя, в принципе, было очевидно, что если нашего там убили, и чувак может выйти либо с этой арки, либо там слева. Ладно, пока еще ничего не доказывает. Смотрим дальше. Так, делает вид. Я не знаю, может делает вид, а может и правда. Палит. Ну, сработано четко. Не могу пока ничего сказать. Ставит бомбу. Не уверен я в этом пацане. Так, было слышно, где он топает. Так. Ну сейчас же слышно, что он сзади за него заходит. Опять не спалился. Ладно, смотрим дальше. Чекаю стандартную позицию. Было слышно, кстати, сейчас здесь стреляют, поэтому не факт. Если там есть ложная граната, значит кто-то ее кинул. Значит, следовательно, там кто-то один шухерится. И я не удивлюсь, если он убьет того чувака справа. Очевидно. Это было очевидно. Я поступил бы точно так же. Ну, я, может, конечно, и не сдох бы, но... Как получилось? Так, я не понял, у них что? Да, у них один бот. Кто-то у них, походу, ливанул. Странно. Смотрим дальше. Так, заложили бомбу на Б. Не увидел или что? Так, вот то, что он там сейчас навелся, и почему он его не убил. И посмотрел так еще раз. Вот это, конечно же, странно. Вы знаете, ребят, после того, как он там пропалил стены, и вот сейчас вот этот моментик был, когда он вроде как должен был зайти зачекать, но посмотрел, не выходит ли то, чтобы не убил его. Это, по-моему, довольно-таки странно было. Смотрим дальше. Не знаю, если сейчас мне предложат выбрать, то я, скорее всего, скажу, что он все-таки ВХ. Без имя, без ничего, но ВХшник. Уж больно странно он палил.
Тогда в первый раз и во второй раз вот этот момент. Так, ну сейчас было слышно, что тогда дым кинул внизу. Так, ну по крайней мере он не водит по стенкам. Но все равно это ВХшник, я вам говорю. По этим двум моментам. Стоял, ждал, хотя тот чувак мог побежать дальше. Ну ладно, это, в принципе, возможная ситуация. Так, ну бомба лежит здесь, значит, стопудово кто-то палит. Ладно, это было вероятно. Все нормально пока что. Но почему он... Ну да, было слышно стрельба, в принципе, там. Он не мог оказаться ни справа, ни здесь, где-то. Это было очевидно. Хорошо. Все-таки пока распалился уже. Только он под конец, а им еще включит. Так, ну, пока он был засвечен, он четко знает, куда бежать. Он не врезался там в стенку, ничего. Это, конечно, доля процента вероятности, но все-таки. Ну, доказательство вины. Так, ну делает вид, что чекает. Интересный случай, конечно же. Сейчас он четко знает. Если он того пацана четко спалит, где он находится. Хотя это не самая вероятная позиция. Интересный случай. Так, ну сейчас он пытается осторожно все это сделать. Спалился этот чувак. Но его все-таки убил. Посмотрим, что он сможет сделать за бота. За бота он ничего не смог сделать. Стоит АФКшит. Может, что-то пишет чат, может, что-то настраивает. Что же ты, дорогой, АФКшишь-то? Между прочим, за этот АФК можно давать и вполне себе неспортивное поведение, так что... Давай-ка не АФКш. Если он раунд сейчас так просрет, то я буду иметь полное... Ага, пошел. Так, чекает. Ну, стрелять он явно не умеет. Так, иногда только получается у него. Кнопку зажимает и все. Вернул свой калаш. Было слышно, что кинули слепу на А. И слышно, что топает. Здесь он не спалился ни грамма, потому что все абсолютно было слышно. Я понимаю, если он там как-то на шифте был, и он как-нибудь там на стенку смотрел, то да. Это можно было назвать, что он, не знаю, третий, четвертый раз спалился. Сложный выбор, но все-таки я думаю, что у него все-таки есть выход. Кнопку зажимает и стреляет. Было слышно, но ему сейчас просто не повезло. Так,
спецназ затащил раунд. Так, что же он будет делать дальше? Повезло. А ему тут не было. Может, бустер какой? Как думаете? Так, если он того чувака слева спалит... Ну, в принципе, он вышел так. Он сразу на него не наводился. Ладно. Я говорил свое решение? Говорил. Так, серьезное нарушение, помощь в прицеливании. Недостаточно доказательств. Помощь в обнаружении. Я считаю, что все-таки да, есть помощь у него в обнаружении. Вспомогательные средства. Это что у нас? Так, это нет. Неподобающего поведения не замечено. Я думаю, все-таки я был прав. Ну вот и подошла к концу вторая часть. Ждите третью. А пока я буду ждать ваши комментарии. Всего хорошего, удачи и пока.